We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome to this main session of the Policy Network on Meaningful Access. My name is Sonia George. I'm the Executive Director of the Alliance for Affordable Internet. Sonia, we can't hear on the Zoom room, we can't hear the folks on site. Okay, can you hear me? К сожалению, в Zoom-платформе мы не слышим, что происходит. Меня слышно, спрашивает модератор. Можно ли вас попросить оказать нам техническую поддержку? Сильвия, моя ко-модератор, который со-модератор. Давайте попробуем, проверим, все ли нас слышат через интернет. Сильвия. Да, все подтверждают, замечательно. Так что еще раз начну. Здравствуйте, приветствую вас на главной сессии, которая посвящена сети по политике действительного доступа. Меня зовут Соня Горга, и я директор Альянса по доступности интернета. Я действительно сегодня представляю Web Foundation, буду со-модератором и очень рада, что так много у нас участников в зале и через интернет. Это наш план. Давайте я начнем с краткого вступительного слова на тему работы нашей сети по действительному доступу. Мы будем говорить о том, что такое реальный или полноценный доступ в интернет. Затем мы услышим выступление Ариет Остерхусен и Мариэльса Оливейра. Она с нами, она представляет ЮНЕСКО. И затем у нас будет время для обмена опытом, обмена мнениями, связанными именно с политикой реального доступа. И затем в конце выскажется господин Ю Ванг Зум. Я и вторая модератор постараемся модерировать эту дискуссию. Надеюсь, что интернет будет с нами работать, и все пройдет без перебоя, и все смогут участвовать в наших прениях, то ли в Катовице, то ли в другом уголке мира. Так что давайте подумаем, что такое реальный доступ в интернет, meaningful access. Прежде чем перейти к дискуссии, я хочу рассказать, что наша сеть по политике реального доступа была основана для обеспечения дискуссий и обсуждения этой важной темы, а именно цифрового включения людей во всем мире. Мы хотели здесь обсудить проблему неравенства или цифрового разрыва, с которым мы имеем дело, в частности, в странах так называемого глобального юга. Реальный доступ охватывает три главных фактора. Во-первых, доступ в интернет должен быть по карману по пользователям. Второе – это хорошо работающая оперативная связь. И третий элемент – это общественная среда, которая дает возможность реального доступа к интернету. Во-первых, мы должны сосредоточиться на первом элементе, то есть на доступе с финансовой точки зрения, чтобы у всех был доступ в интернет, несмотря на их бюджет. Хотели бы, чтобы доступ в интернет был реальным, чтобы существовала инфраструктура для такого доступа. И что касается общественной среды, мы стремимся к получению языка, потенциала, умений, навыков и вот всех тех сфер, которые необходимы для того, чтобы у каждого была возможность
получить реальный доступ в интернет и реальную, к реальной цифровой связи. Я повторяю это в самом начале нашей сессии, потому что для нас реальный доступ в интернет – это инструмент, благодаря которому каждый сможет полностью пользоваться интернетом. То есть если у нас есть реальный доступ в интернет, мы можем полностью использовать тот потенциал интернет-пространства. Именно для этого была основана наша сеть, работающая в пользу реального доступа и политики реального доступа. Мы анализируем те сферы, которые оставались на полях других дискуссий. И сегодня во время нашей сессии мы будем слушать слова тех, кто работает по разным аспектам реального доступа. Хотя, конечно, очень много проводится работы под покровительством специального посланника по технологии, также и Международный союз электросвязи занимается некоторыми здесь вопросами, также моя организация, также сотрудничает с Международным союзом электросвязи. Мы говорим о финансовом доступе в интернет. И что касается нашей сети для политики реального доступа в интернет, мы пришли к выводу, что тут есть пробелы, которые надо заполнить, чтобы каждый в интернете имел реальный доступ в интернет. И, во-первых, я хочу поблагодарить всех членов нашей сети по политике реального доступа в интернет. Хочу поблагодарить тех партнеров, которые позволяют нам работать бесперебойно, в частности, на протяжении последних 4-5 недель. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться в следующем году. Хочу также отметить многие организации, которые нас сотрудничали разным образом на протяжении последнего времени, которые представляли отчеты, способствующие нашим работам, которые позволили нам вести дискуссию. Сейчас я хочу назвать ICANN, ЮНЕСКО, Международный союз электросвязи, в частности, специальный представитель по техническим вопросам здесь упоминается. И хочу упомянуть также другие организации, которые внесли незаменимый вклад в нашу работу. Так что давайте будем анализировать их работу и вклад в наши успехи и наши действия. Хочу представить двух докладчиков. Аурет Эстерхойзен, она представляет многостороннюю консультационную группу МАК в рамках IGF. Она председатель МАК. Аурет, мы очень рады, что ты с нами, мы уже знакомы друг с другом многие годы. Я хочу подчеркнуть, что ты стараешься продвигать вопросы, связанные с цифровой инклюзивностью во всем мире. Я сейчас попрошу тебя рассказать мне и нам всем о роли МАК для поддержки политики реального доступа в интернет. Расскажи нам, пожалуйста, о своем видении вашей деятельности в будущем. Я думаю, мы встретились в ЮАР в 1997 году, в 1998 году, но не буду углубляться в подробности, чтобы не раскрывать наш возраст. Но я думаю, что реальный доступ в интернет – это тема, которая затрагивается в рамках IGF с самого начала. И всемирный саммит информационного общества был организован, в частности, для того, чтобы повышать цифровую инклюзивность. Времена меняются, но общественное исключение, к сожалению, по-прежнему существует. То есть люди во всем мире не получают реальный доступ в интернет, и мы должны с этого начать. У нас впереди еще долгий путь, но я думаю, что мы должны сосредоточиться не только на том, что надо сделать, потому что это у нас понятно. Например, динамический подход к регулированию или распределение частот в рамках спектра. Мы знаем, что мы должны давать больше полномочий для принятия решений
местным сообществом. Мы должны, чтобы не сверхрегулировать цифровое пространство. Мы знаем, что у нас нам нужны страновые решения и другие решения. Я здесь смотрю на участников этой дискуссии, которые на уровне своих стран разрабатывают разного рода решения, обеспечивающие такой доступ. Так что мы знаем, что надо делать, но мы должны подумать о том, почему именно эти решения, которые мы здесь для себя определили, просто не внедряются. Потому что мы знаем с вами, что есть разные решения, но они просто не внедряются в достаточной мере. Где-то существуют пробелы, где-то существуют преграды и другие трудности. Посмотрим на Кению, Бразилию. Там регуляционный орган дает лицензию на определенные частоты. Мексика, Аргентина, там тоже внедряются разного рода решения. Мы видим инновации, что-то происходит, но мы думаем, что наша сеть по политике реального доступа может внести более широкий вклад и может помочь, в частности, в общении с пользователями на тему того, что можно еще сделать. И мы должны, во-первых, ответить на такой вопрос. Почему все эти решения не внедряются на практике? Связано ли это с финансовыми вопросами или с интересами определенных групп? Почему это затрудняет практическое выполнение этих намерений? То есть мы должны начать с консенсуса и сосредоточиться на внедрении и на мониторинге и оценке. Я очень рад, что здесь с нами представители ЮНЕСКО, потому что ЮНЕСКО разработала состав показателей, позволяющих что-то измерять и указывать нам на проблемы, которые являются так называемыми узкими горлами. И сегодня мы будем думать о том, каким образом сеть по политике для реального доступа пришла к выводу, что мы должны сосредоточиться на трех сферах. Мы пришли к выводу, что именно эти сферы являются важными, потому что они смогут помочь нам заполнить эти пробелы. Мы согласны, что надо сделать, но вот у нас не хватает больше определенных рамок, определяющих то, что можно делать. Нам хотелось бы иметь более критический подход к реальному доступу. И я думаю, что многие участники нашей сети занимаются именно этим вопросом. Сейчас я хочу обратиться к Марии, которая представляет ЮНЕСКО. И, как я сказала, ЮНЕСКО разработала набор таких показателей, которые дают нам твердые данные, позволяющие нам отвечать на вопросы, на которые очень трудно ответить. Например, вопрос о контенте, о языке, о навыках, а также вопрос о других элементах. Это должна быть наша отправная точка, точка отсчета. И к этому могут отнестись отдельные государства и их правительства. Мария, я очень рада, что ты с нами. Твоя презентация на форуме IGF была весьма интересна. Я надеюсь, что ты сама и твои сотрудники будете нам рассказывать о том, что делает ЮНЕСКО. Спасибо огромное, Соня. Спасибо, Арет. Я очень рада, что могу быть с вами в таком изумительном кругу специалистов, занимающихся реальным доступом. Наша деятельность является очень ценной в каждом значении этого слова. Сейчас я хочу прокомментировать то, что такое Rome Framework, то есть рамки римские. Попрошу вас показать слайды. Да, спасибо. Вот слайды. Очень коротко я расскажу о том, чем занимается ЮНЕСКО. ЮНЕСКО хотела бы обеспечить свободный поток и обмен идей с использованием слов и
образов или иллюстраций, то есть мы хотели бы обеспечить свободный доступ к идеям, не только товарам и услугам. То есть, конечно же, инклюзивность для всех нас в контексте глобального рынка является очень важным элементом и всегда является частью дискуссии об интернете с самого начала. Мы знаем, что у нас есть определенные расхождения, что касается доступа к цифровым технологиям. Этот разрыв, цифровой разрыв, раньше имел более инфраструктурный характер, так его понимали. Его не понимали в том смысле, что тех шагов, которые надо предпринять, чтобы обеспечить доступ к значимому интернет-контенту и так далее. Так что здесь вопросы включения, вопросы инфраструктуры, связи и также возможность получить реальную пользу в контакте или благодаря контакту с контентом, доступным в интернете. Мы подчеркиваем защиту прав человека, свободу слова и также доступ к информации. Так что интернет должен нам все это обеспечить. Он должен нас приблизить к получению целей устойчивого развития. Я думаю, что мы должны посмотреть на то, как мы можем сравнивать данные. Данные, которые позволяют нам конкретно измерять те вещи, которые происходят в интернете, и как мы можем собирать доказательства, на которых мы можем опираться при обеспечении разного рода политики. Я сейчас назову в рамки римские, Rome Framework. В этом процессе принимали участие разные заинтересованные стороны. Были три этапа. Во-первых, это были исследования, то есть мы проанализировали большую группу заинтересованных сторон, мы с ними разговаривали, мы спрашивали, какие условия должны выполняться, чтобы можно было действительно пользоваться интернетом значимым способом, ценным способом. Второй этап касался собранных данных, чтобы мы понимали, в каком направлении мы двигаемся. И третий этап – это были пилотные программы, их проверка. Проверка программ, чтобы мы могли открыто сказать, что эти рамки работают хорошо, и они проверены жизнью. Эти рамки были созданы в рамках процесса консультации, и здесь вот Анирет была вовлечена, как бы задействована в этом процессе. В рамках этой системы мы собрали 303 показатели в 5 категориях, то есть права человека, открытость, доступность, многосторонний подход и разного рода вещи, которые идут вразрез с разным сферам жизни. То есть мы говорим о людях, которые пользуются цифровой экосистемой. Мы хотим убедиться, что эта система действительно опирается на права человека и дает многосторонний доступ к своим ресурсам. Мы видим эти показатели, их достаточно много. Давайте не будем забывать, что много зависит от того, как выглядит население данной страны, насколько можно вкладывать тот капитал в данную экономику и так далее. Мы разделили это на 5 категорий. Мы видим эти категории: права человека, открытость, доступность и так далее, вовлеченность разных стейкхолдеров, то есть заинтересованных сторон. Я сейчас покажу всего лишь одну группу. Мы смотрим, во-первых, на то, на данную страну, ее рамки, связанные с соблюдением прав человека в конкретной стране или на конкретной территории. И неважно, говорим ли мы о реальном мире или о мире в интернете. То есть мы говорим о том, как защищаются права человека. Или мы потом переходим к более подробным вопросам, связанным с защитой прав человека в интернете, свобода слова, доступ к информации, свобода ассоциации, право на приватность, на частную жизнь, и также
возможность пользоваться культурными, с общественными и социальными правами. Затем мы смотрим на открытый рынок, открытость, каким образом предлагается контент, доступным способом или нет, и как можно это значимым образом представлять. И очередная категория – это доступность для всех. Мы анализируем, и существуют ли регуляционные рамки, которые обеспечивают доступ для всех. И мы можем обеспечить финансовую доступность, может ли каждый себе позволить доступ в интернет, чтобы проверить и убедиться в том, чтобы никто не остался один и позади. Мы также смотрим на доступность с языковой точки зрения, то есть местные языки. Давайте не будем забывать, что в мире существует более 7 тысяч языков, а в интернете это около 300 языков, то есть это даже менее 300 языков. И следует подумать о том, в какой степени люди могут действительно пользоваться этим контентом на других языках. То есть вот это те элементы, которые, по нашему мнению, являются необходимыми. Говоря о нашей вовлеченности на многостороннем уровне и о выработке многосторонних решений, мы присматриваемся тому, соответствуют ли эти рамки международным нормам, стандартам, таким как права человека. То есть существует механизм по управлению интернетом на местном уровне, который представляет также определенные международные нормы и стандарты. И, наконец, мы хотим обсудить и то, является ли интернет таким пространством, которое безопасно для детей, пропагандирует равенство полов, пропагандирует устойчивое развитие, можно ли ему доверять и действительно ли этические вопросы являются предметом обсуждения. Достаточно ли много мы знаем о дезинформации в интернете? Достаточно ли мы знаем о дезинформации и языке вражды в интернете? Этим мы занимаемся. И теперь я хотела бы попросить еще мою коллегу, чтобы она продолжала нашу презентацию. Спасибо. Благодарю. Благодарю нашу модератор за то, что она позволила нам представить столь обширную презентацию. Я хотела бы еще поблагодарить всех вас, присутствующих здесь, а также наших слушателей онлайн. Показатели ЮНЕСКО в рамках рамок Rome-X – это результат сотрудничества целого сообщества IGF. И мы этим занимаемся уже 15 лет. Исключительная сторона этой инициативы заключается в том, что это непрерывные усилия с целью оценить то, что происходит как в частном секторе, так и на уровне государственной администрации. Мы стараемся проводить, возможно, широко масштабную оценку того, что происходит в интернет-пространстве, чтобы эти цифровые блага могли быть выгодными для всех из нас. И тут я бы хотела начать с такой стратегии, которая ориентирована на цифровую трансформацию, а именно каждая страна должна сделать такой первый шаг на пути к оценке того, что происходит в цифровом пространстве. Как мне кажется, именно на национальном уровне необходима такая очень широкомасштабная оценка, нацелена на цифровую трансформацию. И вот, например, один из отчетов, который я хотела бы вам показать, это немецкий отчет. Я взяла с собой копию этого отчета. Там оценивались 109 показателей с целью проверить, на каком этапе находится Германия в отношении введения цифровой экосистемы. Можно сказать, что это одно из ведущих государств с точки зрения управления цифровой трансформацией. Приглашаю вас посетить наш сайт, откуда можно скачать этот отчет,
и другую информацию о 34 государствах на 5 материках. Стоит почитать больше об этом. На этом слайде я хочу показать, что несмотря на пандемию COVID-19, наш консультативный, многосторонний консультативный совет очень хорошо справляется и продолжает работы, связанные с оценкой цифрового пространства. А здесь еще один слайд, который мне очень нравится, потому что он иллюстрирует многосторонние мастер-классы, которые были проведены в Эквадоре, Уругвае, Парагвае, Сенегале и Бенине. Мы часто стараемся, чтобы организации, действующие в рамках форума IGF, появлялись и на таком местном уровне, чтобы мы могли очень ощутимо говорить о наших рекомендациях. Время у меня заканчивается, потому я уже отмечу, что есть и концепции, которые выходят за пределы интернет-пространства. Мы говорим о цифровых политиках, о механизмах искусственного интеллекта. И я сердечно приглашаю всех присоединиться к встрече о динамических коалициях в 9:30 в зале номер 8 завтра. Спасибо. Замечательно смотреть на вашу работу. Я хотела бы пригласить вас к тому, чтобы вы оставались здесь с нами еще на следующей сессии, которая пройдет в зале пленарных заседаний, когда пойдет дискуссия о многоязычности, о цифровом контенте, доступном на разных языках, и о вопросах так называемого действительного доступа. Поэтому я всех приглашаю оставаться с нами. Теперь я уже благодарю наших выступающих за вводные замечания. Оставайтесь с нами, еще комментарии, наверное, появятся. А я теперь перехожу к Сильвии Кадени, моей коллеге, которая модерирует эту сессию вместе со мной. Пожалуйста, начните следующую часть нашей встречи. Сильвия, отозвитесь, чтобы мы проверили, слышно ли тебя. Добрый день. Да, мы слышим. Возможно, мы могли бы слышать вас немного лучше, но это уже просьба к нашему техническому персоналу. Добрый день всем из Австралии. Я рада, что в ходе первой части нашей встречи мы могли послушать Анриет Эстерхойзен и Мариет. Меня зовут Сильвия Кадена. Я работаю в рамках АПНИК фонда, местонахождение которого находится в Австралии. Сожалею о том, что не могу быть с вами в Катовице, но надеюсь, что еще это случится у меня. Хорошо, что есть возможность хотя бы общаться онлайн в рамках IGF. Спасибо, Анриет, за эти вводные примечания, очень ценные. Я рада, что обе моих предшественника показывали наличие платформ соглашения, усилий для того, чтобы друг друга понять, и как наши усилия переходят в реальные результаты. Именно за счет оценки идентифицируемых показателей действительного доступа. Хорошо, что мы можем измерить то, насколько эффективны наши усилия до сих пор. После этих вступительных примечаний пойдут последующие части нашей дискуссии. К нам будут присоединяться очередные выступающие, некоторые из них онлайн, другие же присутствующие на месте в Конгресс-центре в Катовице. И я надеюсь, что у нас это все получится бесперебойно в техническом плане. Мой первый вопрос. И я его направляю вам, Анриет, потому что я знаю, что вскоре вам придется нас покидать. Вы упомянули о том, что важно то, чтобы отдать себе отчет в том, чего мы еще не знаем. И вы подчеркивали, что нам необходимо предпринимать дальнейшие усилия, чтобы идентифицировать структурные барьеры, чтобы мы
знали, каковы у нас еще пробелы в рамках нашего процесса увеличения доступности интернета, чтобы мы знали, чего нам еще не хватает. Это правда, что нам не приходится фокусироваться только на услугах и сервисах онлайн, потому что многие люди еще не подключены к интернету. И поэтому мой вопрос. Опираясь на свой опыт и ссылаясь на дискуссию в рамках форума, каковы ваши выводы о структурных барьерах? Чему мы до сих пор научились? Спасибо. Я не ожидала, что вы меня вызовите к доске первой. Но, может быть, несколько важнейших вопросов, самых трудных. Действительно, неравный доступ к интернету своими корнями прибегает к экономическим неравностям. И вот эта неравность, скорее всего, структурного характера, более общего, фундаментального, приводит к цифровому исключению. Таким образом, мы можем говорить о своеобразном цифровом парадоксе, потому что сегодня нам цифровые телефоны нужны для того, чтобы, например, загрузить ценные цифровые приложения. У кого нет цифрового телефона, он остается без доступа к мобильным приложениям. Во время пандемии COVID-19 мы отдали себе отчет в том, что интернет позволяет осуществить доступ к образованию, но те, у кого доступа к компьютерам и интернету нет, остаются и без доступа к образованию. Следовательно, чем больше технологический прогресс, тем больше разрыв между более и менее развитыми регионами. Мы говорим о технологическом прогрессе и надеялись, что прогресс приведет к тому, что стоимость этого прогресса будет уменьшаться и разрыв будет уменьшаться, но этого не случилось. Во-вторых, я хочу сказать, что всемирное сообщество не делает достаточно для того, чтобы заметить, что не существует одного решения этой проблемы. Мне кажется, что то, что в настоящее время происходит в мире, то есть очень быстрое развитие мобильной технологии, это такое развитие, которое чаще всего описывается как все растущий доступ к мобильным устройствам, и что это превосходно, что это позволит справиться с цифровым исключением. К сожалению, так не бывает. Как мы видим, многие решающие тела доверились этому нарративу и перестали критически подходить к вопросу. И теперь мы видим, насколько ложно то, что растущее число пользователей мобильных телефонов приводит к растущему к расширенному доступу к интернету. Будем помнить о том, что мы говорим о целой экосистеме интернета, также о соцсетях, которые являются частью этой экосистемы. Важны и городские сети, муниципальные сети, доступ к общественным библиотекам, к школьной сети. Будем помнить, что доступ – это такой вопрос, который непосредственно относится к конкретным людям. И чтобы конкретные люди могли пользоваться интернетом, им необходимо гарантировать доступ к очень сложной экосистеме цифровых решений. И мне кажется, что в настоящий момент регуляторы и финансовые учреждения являются теми, кому необходимо больше вовлечься в дело, чтобы этот доступ оставался всеобщим и реальным. Но экосистема должна быть очень сложной, а в процесс необходимо вовлечь частный бизнес-секторы, школы, библиотеки. Все эти учреждения должны стать частями окончательного решения, и в том и состоит наша проблема, потому что люди любят очень простые решения. Они такими могут быть, но не всегда бывают. Они могут быть простыми, но сначала мы должны справиться с определением всей этой сложности. Спасибо.
это хорошее введение к моему следующему вопросу, который я поставлю Мариэце. Знаю, что появился вопрос из одного из наших удаленных хабов, но сначала я предоставлю слово Мариэце. Итак, реагируя на то, что сказала Анриет Эстерхойзен, которая высказалась по поводу того, как сложной должна быть эта экосистема, я хотела бы спросить о сети показателей Roam, целью которой является измерение действительного доступа к интернету. То есть я хотела бы спросить о том, каков ваш опыт по выработке показателей Roam на уровне ЮНЕСКО. Каковы ваши выводы, сделанные на фоне сотрудничества с различными организациями? На каком этапе мы находимся сейчас? Спасибо. Это очень уместный вопрос. Мы пока еще не измеряем такого разнообразного набора показателей. На самом деле мы стараемся присматриваться тому, насколько разнообразна цифровая среда и как сильно разные люди могут пользоваться разным контентом в цифровом пространстве. Вначале мы фокусировались на доступе, а не на действительном, настоящем доступе, как это мы определяем сейчас, потому что мы заинтересованы прежде всего тем, чтобы увеличить количество людей, подключенных к интернету, тех, кто могут функционировать в онлайн-пространстве. И, конечно, это сначала была очень гомогенная группа лиц, представителей высших или среднего классов, хорошо образованных, говорящих на иностранных языках, например, на английском, и могут в этой экосистеме принимать участие. А потом мы стали наши работы о том, что сделать, чтобы цифровое пространство было более разнообразным, чтобы это была одна человеческая крупная семья, чтобы у нас был доступ к различному контенту в интернете на разных языках, и чтобы этот контент был значимым для людей из разных мест в мире, из разных слоев общества, не только из городской, но и из сельской территории. И на данном этапе мы стали осознавать, что если мы хотим, чтобы люди действительно использовали эту неимоверную сокровищницу знаний, которой является интернет, чтобы у них был доступ к интернету, и чтобы мы могли создавать действительно общество, базирующееся на данных, то мы должны вводить равные правила игры и равный доступ для всех. И тогда мы пришли к выводу, что у женщин нет такого широкого доступа к интернету, и, например, потому что у них нет технического образования, что они не инженеры и так далее. И именно таким вопросом мы присматриваемся, то есть насколько разнообразна человеческая семья и что сделать, чтобы у всех членов этой семьи был доступ к интернету. Такова наша цель. Спасибо. Это был очень положительный комментарий. Можно сказать, что вы объяснили нам, в чем состоит эта дихотомия между упрощенным подходом к цифровому пространству и более сложной картине этого подхода. А теперь я предоставляю слово человеку, который хотел высказаться из нашего удаленного хаба. Слышно ли меня? Да, да, да. Вначале я бы хотел сердечно поблагодарить за замечательную сессию. Я благодарен всем выступающим за их ценные выступления, примечания. И, конечно, нашим приоритетом всегда достижение целей устойчивого развития. Причем я задумываюсь о том, как можно привести к тому, чтобы доступ к интернету в этих отдаленных регионах мира был доступным. Что сделать, чтобы интернет был более безопасным для детей? Потому что сейчас в интернете проходит все слишком много негативных явлений, таких как, например, фишинг. Может, я прокомментирую первой, но сначала я еще спрошу,
Пришли ли другие вопросы? Если я правильно вижу, два вопроса. Поскольку у нас небольшая задержка, нам придется ускорить темпы. Скажу так. Это замечательный вопрос, и действительно, мы очень волнуемся проблемой доступа к интернету на сельской территории, отдаленных территориях. Знаем, что этот доступ не равен. Об этом говорила и Мария Эльза. Мариетца. И это, безусловно, такие измерения, которые тоже оцениваются в рамках показателей РАУМ. Я хотела бы отметить также, что мы оцениваем доступ к интернету с технической перспективы. Вскоре выйдет наш первый глобальный отчет о действительной связи, и именно об этих пробелах по технической инфраструктуре, которые препятствуют равному и всеобщему доступу к интернету. Следите за этой информацией, потому что этот отчет вскоре будет опубликован. Об этом я хотела упомянуть, потому что это действительно очень важная задача, которая перед нами еще. Хотим сделать это реальное измерение, не потому что мы не знаем, как обстоят дела. Мы знаем, как реальность выглядит. Мы знаем о сельских территориях, об отдаленных территориях, что они отнюдь не привилегированы, но хотим подумать, можно ли нам выработать такие решения, базируясь на базе соцсетей, на базе решений публичного характера, или, может быть, мы можем внедрить такие регуляторные действия, чтобы можно было эту обстановку изменить. Именно с этой целью мы проводим измерения и базируемся на нашем наборе показателей, чтобы подготовить отчеты для тех, кто впоследствии будет принимать фактические решения законодательного характера. Так, чтобы уже существовали готовые рамки поведения, чтобы они не касались лишь только Мексики, Бразилии или Кении, но чтобы это были решения для внедрения в Бангладеш и в любом другом месте в мире, везде там, где только общество требует создать для них местную сеть. Так что мы задумываемся о том, каковы могут быть альтернативные механизмы обеспечения действительного доступа к интернету, и это одна из таких критических задач, которые перед нами впереди. А я вам уже предоставляю слово. Я хочу сказать именно на тему фишинга и кибербезопасности, но я не уверена, касался ли именно этого наш вопрос. Но очень коротко прокомментирую. Я думаю, что сексуальная сдержанность просто не была эффективной при ограничении эпидемии ВИЧ-СПИД. И поэтому я думаю, что мы должны, конечно, принимать во внимание, что люди могут пострадать также в интернете, но нельзя же вообще запретить пользование интернетом. Всегда будет какая-то угроза. И мы можем просто постараться регулировать эту среду должным образом или стараться вводить механизмы защиты жертв киберпреступности. Так что вот это ключевой элемент. Но нам нельзя считать, что эти опасения являются предлогом для того, чтобы отказывать людям в доступе в интернет. Сначала давайте предоставим доступ, а только потом давайте разрешать проблемы, которые могут появиться. Спасибо большое. Тут представитель ЮНЕСКО хотела бы что-то добавить. Можно ли это позволить? Да, но большая просьба говорить коротко. У нас всего осталось 30 секунд. Я хочу добавить, что мы должны посмотреть на то, какие навыки есть у пользователей интернета. Мы должны сосредоточиться на их компетенциях и обучать их, как можно правильно пользоваться интернетом. Тут есть разного рода механизмы. На веб-сайте ЮНЕСКО можно больше об этом узнать. И еще вот один момент, один комментарий. Да. Что касается стран, применяющих римские показатели, мы видим вот такие голоса, которые должны склонить других, чтобы
видеть интернет в плане прав человека. То есть доступ в интернет должен защищаться как право человека. Это должен быть приоритет. В частности, в случае лиц в особо трудной ситуации. Хорошо, сейчас мы перейдем к дискуссии на тему связи. И я думаю, что это будет связано с теми комментариями, которые уже здесь прозвучали от участников. Так что огромное спасибо, Анрет, за то, что вы взяли слово. Хочу сейчас представить Карлоса Рей Морено, Карлоса и Рей Джейн Коффин. Можно ли попросить вас включить видеосвязь, чтобы мы вас увидели? Я надеюсь, что техобслуживание увеличит у нас разрешение и ваша видеосвязь. Хорошо, я не буду рассказывать очень долго о вашей биографии, но я очень рада, что вы сегодня с нами, потому что вы на самом деле настоящий эксперт. У вас богатейшие знания на тему связи и всех с этим связанных тем. Сначала мы начнем с Карлоса, потом передадим слово Джейн, и останется время для вопросов. Если у вас будут вопросы, их можно будет задать. Карлос, спасибо, Анрет, спасибо всем. Я очень рад, что могу быть с вами. И извиняюсь, что если у меня немножко такой хриплый голос, но я только-только выздоровел после приболения гриппом. Но постараюсь, тем не менее, выступить. Спасибо, Анрет и Мариэль, за ваши замечания. Не хочу сейчас очень коротко их прокомментировать. Меня зовут Карлос Алфонсо Морено, и я председатель местных сетей по политике и стратегии в Ассоциации по прогрессивным коммуникациям. Мы работаем со странами глобального юга, стараемся образовать такую экосистему, в которой могут работать социальные сети. Сейчас мы работаем с 16 странами на глобальном юге, проводим там 13 разных инициатив, в частности, в сельских местностях. Меня спрашивали, что можно сделать для того, чтобы обеспечить лучший повышенный уровень связи в местном сообществе. Я думаю, что надо начать с того, что все возможно. Конечно, традиционные операторы, конечно, закрыли этот пробел и цифровое исключение, но они не всегда в состоянии обеспечить связь, которая будет доступна в ценовом плане для всех потенциальных пользователей. Так что требуются какие-то альтернативные решения. В настоящее время во всем мире, на разных территориях, в разных странах есть стремление в сторону создание правовых рамок для более реального доступа в интернет. Тестируются новые технологии электросвязи, технологии доступа в интернет, технологии 5G и так далее. Есть также стремления и попытки, чтобы организовать свои сообщества, строить антенны, базисные станции и так далее, чтобы обеспечить лучший и более дешевый доступ в интернет по сравнению с традиционными операторами. Так что есть у нас некоторые решения. Мы знаем, что может проверить себя жизнью там, где не работает традиционная модель связи. Мы знаем, чего у нас не хватает. И мы знаем, что, возможно, не всегда работают решения по разделению спектра и частот в рамках данной технологии, но мы должны стараться
создавать такое регулирование, в рамках которого все сообщества получат значимый и реальный доступ в интернет. Мы очень рады, что можем работать вместе с Международным союзом электросвязи, который делает очень много для расширения именно этого доступа, в цифровое пространство. Что касается полноценной связи, я думаю, что даже и в местном сообществе подчеркивается именно вопрос полноценного доступа в интернет. И мы знаем, что люди хотят усваивать эти навыки, что они интересуются этим. И в этом контексте мы начинаем думать о том, какой еще тут надо предпринимать шаг, кроме вот такой связи. Конечно, тут много возможностей. Мы обсуждали эту тему со многими заинтересованными сторонами, но люди начинают понимать, что дело не только в инфраструктуре и в связи, что здесь также и умения, навыки, контент, язык и все то, что позволяет пользователю действительно пользоваться интернетом. И, конечно, связь в техническом измерении очень важна, но важно также, чтобы обеспечить другие элементы. Давайте помнить, что этих элементов очень-очень много. Мы говорили о богатстве, о сложности интернета, о разнообразии человеческого семейства. И мы выполняем, проводим разные проекты, сотрудничаем с разными субъектами. И мы видим, что наше сотрудничество также обогащается, становится все более разнообразным. Эта работа и эта дискуссия о том, какой контент должен быть доступным, какой контент должен вырабатываться, разрабатываться на местах и так далее, и что должно быть из этого доступным. Но остаются другие вопросы, которые становятся действительно все более интересны. Эта дискуссия все время меняется, и мы видим такие инициативы, которые служат, позволяют обеспечивать возможность пользоваться интернетом. Например, инфраструктурные проекты, технологические проекты, которые идут снизу вверх. Так что есть возможности, предлагаются определенные решения, и мы, как представители нашей сети по политике значимого доступа в интернет, мы должны, конечно, тесно следить, пристально следить за тем, что происходит. Потому что иногда складывается такое впечатление, что мы далеки от того, что происходит. Анрет говорил о том, что в мире есть люди, не пользующиеся полностью электросвязью, ее возможностями, потому что они ограничены только возможностями традиционных операторов. Но мы должны принять здесь более широкую перспективу и следить за тем, что действительно происходит на местах. И давайте будем помнить о том, что ресурсы, которые предоставляются внизу или в низах, они очень важны. Мы должны понимать, что такое для местного сообщества реальный доступ в интернет. Я думаю, что Мариза и Аунред были правы, говоря о том, что связь как такова, она весьма важна. Но дело не просто в связи, но дело также в реальном, полноценном доступе, который позволяет людям почерпнуть из этого богатого ресурса. Это мы должны принимать во внимание. Вот это богатство, это разнообразие, чтобы как можно больше человеческих общин могли пользоваться информационными и технологиями электросвязи. Спасибо большое, Карлос. Есть также определенные вопросы, которые здесь появились у нас в чате. И я думаю, что Карлос сможет на них ответить также в чате. А сейчас мы передаем слово очередной выступающей. Спасибо большое. К сожалению, я не смогла лично приехать в Катовице, но я здесь подключилась к вам через интернет. Я вижу вас на экране. Я рада, что я могу участвовать в этой дискуссии именно таким образом. Карлос говорил о связи, о том, что они
чем они занимаются. Я сама также занимаюсь этими вопросами уже 20 с лишним лет. И в частности, меня интересуют вопросы, связанные с местной связью и с решениями, связанными именно с этим. Конечно, здесь вовлечены и задействованы разные субъекты, ООН, международные организации и так далее. Но вот местные условия должны всегда приниматься во внимание, потому что мы хотели бы разрабатывать конкретные решения для конкретного контекста. И важно, чтобы у нас был доступ к конкретным возможностям. То есть у нас нет просто единого технического решения, которое будет давать нам все, потому что у нас очень разнообразное человеческое семейство, то есть нам нужен доступ к разным возможностям. Давайте будем помнить, что меняется группа операторов, меняются наши клиенты, пользователи, у нас новые системы, новые технологии, мобильные системы, системы, опирающиеся на Wi-Fi и на других разного рода решения. В Аргентине, в Испании, в частности, в Патагонии внедряется технология LDE, которая провела себя жизнью и сработала хорошо именно во время пандемии. Так что все это действительно большой вызов. Меня спросили, каким образом можно поддерживать именно эти местные сети и местные инициативы во всем мире, и как можно обеспечивать связь и связанные с ней решения. Вот именно это так, что мы говорим о регулировании. Об этом мы кое-что уже слышали. Мы должны помнить, что инфраструктура не везде доступна, так что следует работать с властями, с регуляторами. Мы должны читать анализы кейсов, чтобы мы понимали, какие есть возможности у цифровых технологий, чтобы люди просто не боялись таких решений. Мы должны работать также и в отношении разного рода решений. Например, мы должны общаться с общественным мнением в отношении новых технологий, таких как 4G и другие. Очень важно, чтобы люди этого не боялись. Мы должны разрешить эту проблему и обеспечить людям разные возможности. Мы должны, конечно, позаботиться о том, чтобы это было доступно в финансовом плане. Мы говорили также о том, что у нас очень большой набор решений. Нам нужно иметь интегрированный доступ. Если мы извлекли какой-либо урок из пандемии коронавируса, это то, что интернет должен формироваться, потому что органы образования, органы сельского хозяйства и так далее, они могут внести очень важный вклад в организацию цифрового пространства. У них есть богатые знания, которыми должны пользоваться. То есть связь весьма важна, это факт. И улучшение связи повышает ВВП данного региона или страны, и также способствует общественной инклюзивности и включению. И если мы не сможем воспользоваться разными возможностями связи, тогда вот связь не будет уравновешенной и сбалансированной. И давайте помнить о том, что связь начинается на местном уровне, точно так же, как и устойчивое развитие. Так что мы должны менять некоторые виды регулирования по присвоению частот, и финансовые модели должны меняться. У нас есть предложение по интересным решениям, но мы должны рискнуть и разрешить, позволить, чтобы эти решения были приняты и стали практикой. Я участвовала в разных встречах ЮНЕСКО и других агентств ООН. Я заметила, что именно эти агентства все чаще, все более тесно друг с другом сотрудничают. За последние годы мы видим возрождение сотрудничества в рамках партнерства. И вот эти партнерские структуру очень важно. Мы должны работать в рамках гражданского общества и других структур. Мы все
сотрудничаем друг с другом, с разными фондами, другими субъектами, организациями. Так что здесь нам нужен очень большой подход. Только тогда мы сможем сделать шаг вперед и использовать полностью те решения, которые у нас доступны. У Карлоса есть широкие знания на тему этих решений. Он может очень много чего сказать на тему доступных решений. Надо просто рискнуть и позволить, чтобы люди внедряли эти решения в местных сообществах, чтобы они могли полноценным образом пользоваться связью. Например, врачи в удаленных уголках мира должны иметь возможность передавать данные в больницу, а в больнице они будут анализироваться. Так что это дает силу людям. И когда люди чувствуют, что у них больше силы, и они могут больше сделать, много чего хорошего происходит. И мы видим, что действительно очень много хорошего происходит. Мы организуем тренинги, в частности, в Найроби, в том числе на прошлой неделе такой тренинг состоялся. Была создана сеть для обмена информацией. И вот эта сеть была установлена именно для того, чтобы люди могли обмениваться новыми концепциями, учиться друг от друга и внедрять новые решения. Давайте будем помнить о том, что инфраструктуры не хватает в некоторых регионах, и мы должны позаботиться о финансировании, потому что только 1% благотворительной организации передают средства для создания инфраструктуры. Инфраструктура весьма важна. Она может открыть большие возможности, так что мы должны ее подчеркивать, чтобы можно было обеспечить финансирование для этих инфраструктурных проектов. Мы должны также работать более усердно, более интенсивно, тесно сотрудничать и менять существующие парадигмы. Мы должны создавать сети, опирающиеся на местные сообщества. Это уже происходит в Мексике, в Аргентине, в других местах. Меняется законодательство по образованию сетей, опирающихся на местные сообщества. То есть можно менять правовые рамки, можно менять инфраструктуру. Мы наблюдаем это в других странах, в Кении. И вот пользователи становятся все чаще в центре внимания. Я думаю, что тесное сотрудничество является ключевым. Огромное спасибо. Я должна вас перебить, потому что я стараюсь также убедиться, что другие участники в чате также подключаются к нашей дискуссии. Думаю, что теперь я передам слово Соне, чтобы она провела следующую часть этих дебатов, когда речь пойдет о цифровом включении. И, может быть, удастся нам те вопросы, которые этим временем были заданы, перенести на конец сессии. Благодарю за ваши выступления до сих пор и передаю слово Соне. Итак, переходим к части, посвященной цифровому включению. Давайте подумаем об альтернативных решениях, повышающих соединения, что можно сделать по построению инфраструктуры и совершенствованию сети. А в этой части будет высказываться Роберто Цамбана и Ненна Нваканма, которая представляет фонд World Wide Web. Я рада, что мы можем поговорить об таких очень конкретных решениях, которые могут оказать поддержку в пользу более инклюзивного общества. Может быть, начнем с Роберто Замбраны, который нам расскажет о примерах и своем опыте из Боливии. Боливия во многом является страной с ограниченным доступом к интернету. Это такое сообщество, которое по разным в разных сторонах выталкивается на поля, поэтому мы с огромным вниманием послушаем ваши примечания.
По-моему, важно, чтобы вы знали, чего мы хотим добиться в рамках нашей политики действительного доступа. И вот так, в 2020 году вместе с коллегой Каримом Атумани из многосторонней консультативной группы мы пытались в рамках форума лучших практик определить, каковы наши главные приоритеты. Собственно говоря, мы еще начали работать до вспышки пандемии COVID-19. Это было для нас очень важно. И мы знали, что в ходе саммита в этом году мы захотим говорить о том, как это сделать, чтобы подключить все еще значимое количество лиц, которые к интернету еще не подключены. И, по-моему, это очень хорошее место, в котором... где мы есть, место, где мы можем поделиться нашим опытом. Мы все ищем еще лучшие практики, хороший опыт, особенно на территории так называемого глобального юга. И очень важно то, чтобы мы могли этот наш опыт перековать в конкретные решения. Конечно, в рамках IGF вы тоже можете участвовать во многих других сессиях. Но этот формат, формат работ сети политики действий в пользу действительного доступа для нас оказался очень полезным. И в нашем случае я бы хотел сказать слово к периоду пандемии. И тут я бы хотел еще сослаться на то, что раньше сказала Джейн. А именно то, что... произошла некоторая адаптация регулировочных рамок с целью, чтобы операторы мобильных сетей в Боливии могли распоряжаться некоторой эластичностью, потому что, как раньше сказала Соня, действительно большой процент боливийской популяции — это группы коренного населения, проживающего на сельских территориях, которое в большой степени исключено, но не только в цифровом плане, но вообще без доступа к основным услугам, к питьевой воде или к туалету. И в ходе пандемии эти люди были также исключены из образовательного процесса. Можно сказать, что тысячи детей оказались без доступа к соответствующей системе образования. Для нас это была критическая ситуация, и поэтому пришлось принять конкретные решительные меры, чтобы с этим справиться. И так начались наши действия в пользу повышенной инклюзивности. Мы знали, что нам необходимо предпринять такие действия немедленно, и IGF является отличным форумом для дискуссии о таких изменениях. А теперь я предоставляю слово Ненне. Ненна, вас, наверное, уже все знают. Она представитель World Wide Web фонда. Она борется за права более широкого доступа к интернету, цифрового включения, действительной глобальной связи. И я бы хотела спросить о вашей перспективе. С вашей перспективы, в каком месте мы находимся сейчас и что нам еще предстоит сделать, чтобы увеличить всеобщий доступ к интернету? Спасибо. Меня зовут Нена Нуаканма. Я рада, что имела возможность послушать голоса остальных выступающих сегодня. И я сделала некоторые заметки. Не хотела бы повторять то, что уже было сказано, и, может быть, я подойду немного с другой стороны к поставленному мне вопросу. Я постараюсь сказать о том, чего не делать. В последнее время довелось мне прочитать отчет о стоимости этой цифровой пропасти. Те из вас, кто меня не знают, я чернокожая женщина из страны в Западной Африке, и я работала удаленно еще до того, как по всем нам ударила пандемия COVID-19. Итак, сейчас, чему вы научились в ходе пандемии? Оказалось, что мы, женщины, которые чаще всего уходим за другими,
выполняем неоплачиваемую работу, занимаемся детьми, мы не получаем достаточной площадки для того, чтобы делиться информацией о наших нуждах. Поэтому эти 4 минуты я постараюсь посвятить моим выводам, касающимся не столько цифровой, что гендерной пропасти. Я хочу подчеркнуть, что в развивающихся странах мы видим очень много женщин, у которых нет действительного доступа к интернету, и это создает определенные финансовые потери. REACT, REACT или REACT. Постараюсь вам объяснить, что обозначает этот акроним. Итак, я не буду говорить, повторяю, о том, что надо делать, а буду говорить о том, чего нельзя делать. То есть так, не думайте, что действительно доступ к интернету реальный. Это какое-то сверх... Нечто неподобное. Нет, наоборот, если мы хотим снабжать женщин новыми умениями и компетенциями, то нельзя нам к этому подходить с патриархальным взглядом. Тут мужская точка зрения здесь не учитывается. И мужчинам тоже приходится объяснять, что женщины замечательно справляются руководящих постах в компаниях. Я благодарна всем за такой патриархальный подход. Значит так, доступа недостаточно, потому что это должен быть такой доступ, который позволяет осуществлять творческую деятельность, принимать участие в выработке решений. И я уже долго борюсь за такие права женщин в рамках фонда World Wide Web. Если говорить о контенте, то это следующая важная сфера. Итак, R – права, A – образование, I – образование, A – многоязычность, и С – это содержание. И если говорить о многоязычном доступе или о многоязычном контенте интернета, то не можем думать о том, что цифровой контент должен быть доступен только на основных, на рабочих языках ООН. Нет, мы, люди этой планеты, говорим на многих языках. Итак, я говорю о правах, об образовании. Еще раз я говорю «доступ», «контент». А теперь я перехожу к Т, как цели. Вы проделали огромную работу, но, пожалуйста, не говорите, что охват интернета на уровне 90%. Нам необходимо знать, как на самом деле подключенные к интернету пользуются своим присутствием в нем. Недостаточно сказать, что 90% населения подключено к интернету. Недостаточно сказать, что 100% населения обладают сим-картами. Нет, нам нужно знать, как люди соединяются с интернетом, как они им пользуются, насколько это для них полезно и какой это создает, какие это создает поступления. Итак, интернет – это право. Образование не должно находиться исключительно в руках мужчин, но также и образованных женщин. Доступ сам по себе недостаточен, потому что это должен быть полноценный доступ, и контент должен быть доступным на многих языках мира. Спасибо. Нена, сердечно вас благодарю. Ваши высказывания всегда вдохновляют, и это для меня честь, что я могу с вами работать повседневно. Мне кажется, что о вопросе вы высказались очень ясно, и Роберта Зандрама, кстати, тоже.
А теперь уже перейдем к следующей части нашей дискуссии, когда будем говорить о выстраивании новых способностей, новых ресурсов. Придется поторопиться, потому что времени осталось у нас немного, потом еще постараемся подвести итоги. Соня, спасибо. Действительно, это последняя часть нашей встречи будет посвящена работе в рамках сети политики действительного доступа, которая фокусируется на выстраивании новых возможностей в области цифровизации. Я рада, что с нами Мичуки Мванги и госпожа Маргарет Нямбуран-Дунг, а тема очень близка моему сердцу, и я предоставляю слово Мичуки Мванги. Добрый день, меня зовут Мичуки Мванги. Я представляю организацию общества, интернет-общество. Я работаю в отделе по интернет-технологиям и развитию. Я рад, что могу быть здесь, в группе таких замечательных выступающих, которые рассказывают о своей миссии. В рамках организации общества интернета мы приоритетно подходим к доступу к интернету в тех сообществах, которые доступа к интернету еще не имеют. Мы стараемся выстраивать новую цифровую среду и считаем, что местное сообщество технических экспертов представляет собой стержень процесса развития новой инфраструктуры. Мы нуждаемся в соответствующим образом подготовленных экспертах, чтобы можно было идентифицировать, установить потом, а еще потом проводить сервис этой подходящей инфраструктуры. Поэтому нужна хорошо подготовленное местное сообщество, которое позволит подключить, возможно, много людей к интернету. И с этим сообществом, с этими кадрами нам необходимо эффективно сотрудничать. А если же говорить о доступе, о чем уже речь пошла, то этот доступ, надо отметить, имеет разные грани, начиная с физических сторон, включая в обсуждение расходы с этим связанные, и Соня, кажется, об этом говорила, необходимо забывать о том, что раз установленная инфраструктура должна обладать достаточной устойчивостью. Sylvia, are you with us? We just lost, you all. К сожалению, okay. Кажется, у нас связь порвалась. Давайте подождем еще несколько секунд и просим нашу техническую команду помочь нам. Кажется, у нас порвалась связь с коллегами. То есть связи у нас вообще нет, и, по-видимому, даже здесь, в Польше, во время цифрового саммита IGF могут появиться проблемы со связью. Мне кажется, что уже вчера кто-то комментировал такое событие. Может, тогда мы сделаем коротенький перерыв или будем продолжать нашу встречу здесь, на месте. О, как раз я получила сообщение, что будем продолжать эту встречу. А если удастся восстановить связь, то вернемся к нашим коллегам онлайн. Но, к счастью, участники есть и на месте в зале. Среди них Анриет, а также господин Жуан Цзу, который должен был подвести итоги. Итак, я приглашаю господина Цзу, который представляет организацию ДЕСА в рамках ООН, и мы рады вас встречать и что вы могли к нам присоединиться в ходе этой сессии. Я бы хотела также сказать, что Well, it's important because when community networks, for instance,
О, возвращаемся к онлайн-передаче. Будем помнить о том, что раз установленная инфраструктура должна обладать достаточной устойчивостью, нам необходимо сотрудничать с теми людьми, у которых есть соответствующая техническая компетенция, которые потом, они потом будут операторами этих сетей. А они часто уезжают в городские центры, не желая оставаться на сельской территории. Значит, нам приходится вводить соответствующую систему поощрения, чтобы мы смогли выстраивать новые возможности в области цифровизации везде. Потому что потребность в доступе к интернету относится к нам всем. Еще скажу, что модели выстраивания новых возможностей по цифровизации должны быть более холистичными. Если говорить о городских центрах, то там доступ к людям с соответствующей компетенцией гораздо более широкий. А такую же компетенцию мы должны формировать и на сельской территории. Значит, приходится такую компетенцию формировать у людей, обучать людей на местах. Поэтому так большое внимание мы должны привязывать к нашему присутствию на местах. А, извините, я только что спохватился, что у меня всего лишь минута осталась. Перейду к выводам. Тогда я хотел бы сказать, что нам необходимо учесть как возможность вводить инновационные решения, так и думать творчески, но и вводить такие решения, которые будут прочными, устойчивыми. И, наконец, чтобы выстраивать способности в области цифровизации, нам необходимо привлечь местные группы заинтересованных людей. Мы должны базироваться на местных ресурсах. Мы не хотим, чтобы это были элиты импортные из городских центров, но хотим такие способности формировать, выстраивать на местах. Спасибо, мое время истекло. И я вам благодарна. Да, это не веселая функция, когда я отбираю слово, но передаю его Маргарет. Я постараюсь с вами поделиться своим экраном. Благодарю за приглашение меня к участию в этой площадке. Спасибо огромное. Я представляю африканскую инициативу ПРИДА. И давайте перейдем к предыдущему вопросу. Я постараюсь рассказать о целях нашей работы. Так что ПРИДА охватывает три направления работы. Ускоренное направление – это то, что касается построения ключевых элементов потенциала в африканских странах, и еще два направления работы, которые касаются укрепления существующих структур интернета, и третье направление, связанное с сотрудничеством с органами власти и дипломатами, то есть дипломатический уровень и дипломатическое направление. Мы хотели бы участвовать во всех процессах, в разработке глобальных стандартов и так далее. Я покажу вам сейчас, как мы проводим нашу работу в рамках ПРИДА. Первый шаг – это принять стратегию действий, чтобы компенсировать некоторые недостатки в построении, выстраивании компетенций. На этом основании мы построили план действий. Мы хотим работать с партнерами на уровне отдельных стран. Это гражданское общество, СМИ, государственный сектор и вообще государственные структуры. Что касается главных партнеров, я хочу сказать, что мы главным образом заинтересованы в сотрудничестве с министерствами связи, регуляторами на региональном уровне. Мы также ведем сотрудничество с конкретными субъектами.
Наша цель – обеспечить то, чтобы наша программа выполнялась практическим образом, чтобы эти инициативы не остались просто в виртуальном пространстве. Мы проводим также более широкое сотрудничество в рамках структур, которые собирают разные страны на всем континенте. Что нам удалось до сих пор сделать, чего добиться? В наших проектах участвуют лица разных полов, и мы хотим обеспечить долю 50-50. То есть здесь мы хотели бы обеспечить возрастное как бы равенство и участие всех, даже тех, у кого пока что нет доступа к цифровому пространству. Мы хотели бы подойти с разных перспектив к каждому вопросу. Что нам удалось сделать до сих пор? Мы разработали всю программу работы, и в разработке участвуют разные партнеры. До сих пор мы организовали первые курсы обучения, тренинги, направленные на лица, которые будут обучать очередные группы, проводить очередные тренинги. И хотели бы также передавать конкретные тут знания, но и обсуждать конкретный контекст. Мы сосредотачиваем внимание на последствиях предпринимаемых действий на местном уровне. Мы сотрудничаем с разными партнерами из разных сфер в большинстве стран. В 2020 году, после пандемии коронавируса, когда она началась, мы поддерживали некоторые страны, в том числе и Мавританию, Марокко, также Мадагаскар, Египет и другие страны. И там именно мы выполняли первые инициативы по обучению. И мы обеспечивали равенство по гендерному признаку, по возрастному признаку и так далее. Затем мы подключили 8 очередных стран. Там мы организовали тренинги и сотрудничали с Нигерией, Либерией и другими странами. И это означает, что наши инициативы направлены на жителей разных стран на разных уровнях. И сейчас можно сказать, что нам удалось обучить большую группу участников в рамках 23 обучающих сессий. Есть ли у меня еще время или нет? Но я еще хочу прокомментировать гендерный вопрос. Мы видим, что в рамках наших тренингов у нас было 28% женщин, 72% мужчин. Что касается тех, кто сдал экзамены и получил сертификат, это было 26 человек, а на курсы записались гораздо больше людей. Однако не все до конца участвовали во всех тренингах. Как я уже сказала, у нас есть такие программы, в рамках которых мы обучаем тренеров, которые будут обучать в дальнейшем очередные группы в разных регионах Африки. И сейчас давайте мы посмотрим на результаты нашей работы. Как я уже упоминала, мы создавали группу тренеров, которые будут обучать конкретные очередные группы. Мы привлекли представителей государственного сектора в наши действия, потому что мы знаем, что управление интернетом – это вопрос, которого нельзя обсуждать без участия представителей этого сектора. Мы стараемся путем наших действий устранять цифровой разрыв, потому что мы знаем, что это очень важно. Что касается вызовов и трудностей, я об этом уже раньше говорила. Самое главное, чтобы контент был доступным для всех, это очень большой
вызов, большая задача. Мы хотели бы расширять нашу сеть, чтобы предоставлять нужную информацию разным группам людей и разным профессиональным группам. Спасибо огромное. Это все. Я передаю слово модератору. Да, спасибо большое. И я не знаю, что сейчас мы должны сделать, потому что у нас должно быть время для обмена мнениями, но мне кажется, что вряд ли это удастся. Мы передали слово всем выступающим. Сейчас мы просто посвятим несколько минут, чтобы ответить на вопросы в чате, появляющиеся в этом окне. Есть также вопросы на других языках, но я надеюсь, что нам удастся справиться с этой проблемой. Я передаю тебе слово. Давайте посмотрим, куда пойдет дискуссия. Да, это хорошая идея. К сожалению, нам придется принять решение, чтобы отказаться от дискуссии. У меня эхо. Можно ли попросить техническую поддержку, чтобы это устранить? Ты лучше сейчас слышишь? Да, сейчас слышу хорошо. Ввиду технических неполадок у нас осталось время на очень краткую дискуссию. Так что мы должны сейчас просто поблагодарить всех за участие в этой интересной дискуссии. Я надеюсь, что мы будем продолжать это в чате, в разных каналах интернет-связи и в рамках IGF. И сейчас я хочу посвятить несколько минут в завершении этой панельной дискуссии, чтобы отдать слово господину Юанзу, представляющему ДЭСА. Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить всех, принимающих участие в организации IGF, в частности, господин Куанзу. Хочу выразить свою благодарность, попросить вас прокомментировать то, что вы узнали, и какие предложения вы могли бы здесь представить в плане дальнейшей работы для политики, направленной на обеспечение реального доступа в интернет. Да, хорошо. Я начну со слов благодарности. Благодарю тебя, Сильвию, Педро и всех остальных членов сети за то, что таким значимым образом вы принимаете участие в работе этой группы. Мы видим, что наша дискуссия охватывает очень широкий диапазон аспектов и тем. Раньше мы фокусировали внимание главным образом на связи. Но это была дискуссия на тему технических аспектов. Однако слишком мало внимания уделялось таким вопросам, как, например, разработка полноценного контента, обучение для формирования цифровых навыков и так далее. Так что большое спасибо за то, что сейчас данный аспект также затрагивается. Хочу поблагодарить всех, кто способствует работе сети в качестве волонтеров. Сегодня было сказано, предложено, чтобы IGF или его организаторы также слушали голоса тех, кто не принадлежит разным структурам ООН. Я думаю, что это тоже очень важное замечание. Я думаю, что мы должны, кроме этого, фокусировать внимание на конкретных случаях, на конкретных кейсах и думать о том, что можно делать вместе или совместно, как предоставлять поле для действий в пользу широкого доступа к интернету для всех. Я думаю, что ваши действия имеют также свой творческий элемент. То есть дело не в том, чтобы повторять то, что уже было сделано, но дело в том, чтобы разрабатывать новые подходы, которые можно будет внедрять на практике. Я считаю, что мы должны
разрабатывать конкретные рекомендации, но они должны быть очень уж конкретными. Сегодня мы слышали в рамках этой дискуссии разные голоса на тему того, что мы должны устанавливать глобальные союзы, глобальное сотрудничество для использования существующих ресурсов. Да, на самом деле это уже происходит. Но наша главная цель – это должно быть обеспечение реального доступа к интернету, в частности, тем людям, у которых нет такого доступа. Давайте запомним, что 34% населения всей планеты не пользуются доступом в интернет. Надо также разрабатывать и формировать навыки, которые позволят им пользоваться этим благом. Я благодарю вас за участие. Я надеюсь, что мы продолжим эти дискуссии, чтобы мы могли внедрять эти постулаты на практике. Спасибо большое за этот голос. Мы благодарны за вашу поддержку, благодарны также за этот посыл, который останется с нами в будущем. У нас, к сожалению, нет больше времени. Хочу поблагодарить моего со-модератора и сопредседателя этой сети за реальный доступ в интернет. Благодарю всех участвующих в наших работах. Оставайтесь с нами, и можно выйти и сделать краткий перерыв, а потом наша следующая сессия будет касаться многоязычия в интернете. Я хочу поблагодарить всех членов нашей сети. Это для нас большая честь, что мы можем с вами сотрудничать. Мы будем также оставаться на связи в онлайн-режиме. Спасибо большое всем участникам, также через интернет. До следующих встреч.